Нам потребуется половинка груши, нарезанная мелким кубиком, отварная курица 50 грамм и 30 грамм натертого сыра. Добавляем майонез и все хорошо перемешиваем. Готовую начинку выкладываем на кольца консервированного ананаса. По желанию украшаем зеленью. У меня петрушка. А также любыми ягодками. Я решила украсить веточками вишни. Смотрится очень красочно и по-праздничному. Наша закуска готова, можно подавать к столу. Получается очень аппетитная, вкусная, сочная закусочка, которая порадует ваших родных и близких. Кому понравился рецепт, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Пока-пока!